Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр, и сегодня мы открываем 6-ю страницу дневника студенческой весны. Сегодня на этом огромнейшем поле битвы в Униксе сойдутся Инженерный институт и Институт экономики, управления и финансов. Пока мы не знаем, кому из них повезет больше, кто из них пройдет на гала-концерт, а чьи участники просто покажут свои силы, свои номера. Хотелось бы узнать сейчас у участников их настрой, а также узнать настрой болельщиков. Кстати, не забудьте раздавить кнопку одобрения под этим видео на YouTube, если я милый или если я похож на официанта. Очередная битва талантов на сцене Униксов, в которой сошлись Институт управления экономики и финансов и Инженерный институт. Жду потрясающего события, потрясающего выступления. Я надеюсь, что будет, как всегда, очень классно, круто, вдохновляюще и очень круто. Насколько ты готова поддержать свой институт? Что ты планируешь делать? Мы будем болеть, поддерживать и душой, и сердцем. Быть с ними рядом в этот момент. В фойе Уникса нам удалось пообщаться с самыми загадочными людьми Казанского федерального. Что нам ждать от вашего выступления? Драйва и загадочность. А в чем будет выражаться эта загадочность? Вот видишь, как, за какой загадочный ответ. Что ж, в обещаниях к Институту экономики, управления и финансов нет равных. А теперь давайте отправимся в увлекательное путешествие по гримеркам и узнаем, как проходит последнее приготовление к выступлению. Но для начала заглянем за кулисы. Ну, наконец-то настало время, когда будет студвесна. Мы очень долго ждали этого праздника. Для нас это действительно праздник, потому что мы волнуемся, готовимся, стараемся. И мы скорее хотим, чтобы это все началось. Чего нам ждать от вашего выступления? Эмоции, драйва, радости и только. Куда же без селфи перед выступлением, решили девушки из коллектива Рутения. Мы красотки. Все получится. Мы достаточно долго репетировали, мы очень старались, мы надеемся, что все получится. Да. Расскажите, чего нам ждать от вашего выступления, чем планируете удивить? Мы планируем удивить своей зажигательностью, своей подготовленностью, энергетикой, да. Потому что у нас песня очень зажигательная, и мы должны просто зажечь, чтобы весь зал просто встал и начал хлопать и качал. И танцевал вместе с нами. Так что смотрите нас. I got these feelings for you, and I can't help myself no more. Can't fight these feelings for you, no, I can't help myself no more. А вот представители прекрасного пола, то есть мужчины, оказались не совсем готовы отвечать на наши вопросы и даже готовы были отнять микрофон у бедных журналистов. Прекрасное настроение, великолепные эмоции. Прекрасное настроение, замечательные эмоции. Все как дружный коллектив работаем вместе, занимаемся. Давайте еще раз. Четвертый дубль? Отлично! Да, просто прекрасные эмоции, замечательное настроение. Все, я думаю, на радости. Почти никто не волнуется, что очень важно. Чего нам сегодня ждать от вашего выступления? Чем будете удивлять? Удивлять своим танцем. Мы хотим передать все эмоции, которые, чтобы зритель почувствовал, что мы хотели сказать этим танцем. Увидите? На наши вопросы с радостью ответили девушки из танцевального коллектива Speak Out. Настроение у нас очень хорошее, боевое, мы заряжены на 100%, потому что мы готовились очень долго, месяц тренировок не прошел даром, и поэтому сегодня мы всех удивим, все будут в восторге и долго еще не забудут наш коллектив и наш институт. Всегда приятно видеть знакомые лица среди выступающих. Например, Арина сегодня будет радовать публику сразу в двух номерах. Но это было все долго-долго. Мы сначала собирались, потом что-то меняли, что-то переделали. В итоге потом создали два номера хороших. Ну и остальные тоже номера хорошие, но эти тоже отличные, где я участвую. У нее за плечами, кроме лохматого барабанщика, известной в России группы Port Royal, можно заметить богатый опыт выступления на студвесне. Как говорится, студвесна объединяет. Где-то услышав эту фразу, Виолетта решила выступить и за ИУЭП, и за ИИ. Здесь я пришла поддержать Инженерный институт, точнее, друзей из Инженерного института. Расскажи, чего нам ждать сегодня от вашего выступления? Наше выступление... Я скажу про наш номер. Наш номер очень эффектный. Даже можно посмотреть на наш грим. Это, ну, как бы уже видно по нашему гриму. И довольно-таки танец у нас довольно-таки хороший. Что ж, давайте отправимся в зал и посмотрим, что подготовили участники. Ведь помимо традиционных песен, танцев и улюлюканья Вагиза, который он называет битбоксом, на суд жюри были представлены и более яркие номера. Однозначно самым запоминающимся стал «Театр теней» в исполнении инженеров.
Теперь хотелось бы узнать, что думают зрители об увиденном. Мне лично, ну, все понравилось. Был очень крутой театр теней. Вот. Для инженерного института, ну, очень удивили по номерам, по концерту, очень достойно. Ну, для такого малого института очень даже потенциал большой. Да, очень-очень крутое качество. В целом все было достаточно неплохо, потому что маленький институт, это инженерный самый маленький институт в университете у нас, и поэтому подготовить такую программу, то есть 40-минутную, это достойно. В завершении хотелось бы напомнить мысли известного диванного аналитика КФУ. Отвратительные, просто ужасные. Мне не понравилось вообще ничего. Но хотелось бы сказать, что мнение Вагиза мы не разделяем и считаем, что ребята показали себя очень достойно. Подошел к концу еще один день студенческой весны, этого замечательного праздника творчества. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, ставить лайки, тем самым вы будете поддерживать нас. С вами был Александр, пока-пока!